Да, сейчас уже мало кто помнит о том времени. Но есть еще люди. Помнят. Расспросите их. Удивительное было время, ребята. Дело за наше, вот, за справедливость, за мир. Мы всегда будем готовы. Надо делать то, что велит тебе сердце, что сделать то, что будет нужно людям. Чтобы вот не одни мы были счастливы, а чтобы вообще все дети были счастливы. Все люди, не только дети. Мы живем счастливо сейчас. И все у нас есть. Но это делают для нас пока взрослые, но мы тоже должны когда-то вырастем ведь. И тоже должны отдать все то родине, что она нам дала. Мы должны отплатить добром, ведь так? Поэтому, говорят, всегда готов. Прославим родину трудом, орленок прославим делами. Мы красные звезды над миром зажжем и в небо взлетим орлами. Я орленок. Меня зовут Люда Войгудина. Я приехала из Сибири, из города Красноярска. Я отдыхаю на Черном море в пионерском лагере. Мы ведем планету, как звездолет, солнце сжимая. Как штурвал, да-да-да. Мы ведем планету, как звездолет, солнце сжимая. Как штурвал. Нам, мальчишкой, быть лучше, чем девчонкой. Лучше. Потому что, глядь, ну, например, взять хотя бы девчонку. Полезть, девчонка, на забор или на дерево. Ну, все сразу пальцами, что девчонка, обормотка какая-то. Вот хуже мальчишки, да как ей такое такое не стыдно. И начнут. Даже по дереву нельзя полазить. А мальчишка, он хоть целый день будет по деревьям, по всем лазить, как обезьян. Ему ни словечко же не скажут. Потом мальчишки и в армию у них берут, там уже интересно все-таки. Хоть трудно, ведь любая девчонка, например, в армию пошла бы. Вот просите наших девчонок, вот все рвутся, а все равно не разрешают. Ну, хотя бы вот боксеры вот тяжелые, ведь девчонок же не бывает. Все нельзя, нельзя, вот мальчишкам все можно. Они говорят, футбол, ну вот почему девчонкам нельзя в футбол играть? Можно. Они берут, я, например, пошла к тренеру, я сначала взяла футбол, а потом подумала, говорят, нет, говорят, тебе лучше не ходить, там одни мальчишки. Говорят, были бы, говорю, все девчонки, я бы, говорит, тебя взяла. Ну откуда все девчонки, если, говорю, одну меня не можете принять? Ну так и не принял. Он все-таки, он все равно мальчишка будет лучше. Он все может, а девчонок ни того, ни другого. Например, я хочу сейчас вот на забор залезть. Люди, пацаны, люди! Люди, пацаны, люди! Другой. Пружинит планета у нас под ногой. Шагают ребята сильные и смелы. Сегодня орлята, а завтра орлы. Сегодня орлята, а завтра орлы. Будь прям и упорен, будь верен стране. У неба, у моря учись в глубине. Надежда крылата и стопы светлы. Сегодня орлята, а завтра орлы. Сегодня лето, а завтра орлы. И дома светлы. Зеленая пена и ветер в лицо.
мы юная смена отважных бойцов. Бега, строката, навторят валы. Сегодня орлята, а завтра орлы. Сегодня орлята, а завтра орлы. День, когда был счастливый день? Что? День, когда был счастливый? Какой счастливый день? Самый? Да. У меня счастливый день вот так вот. Сегодня у нас ребята уже уезжают из Орленка. Очень трудно расставаться. Много интересного, целый месяц радости. Вместе все время были, теперь вот уже. Расспросите их. Удивительное было время, ребята.